Недовольный свист для Ангелы Меркель. Кто и почему пытался сорвать агитационное выступление канцлера Германии и во сколько обойдутся немецким налогоплательщикам предстоящие парламентские выборы? Татьяна Лагунова подробнее. Предвыборный митинг Ангелы Меркель в городе Кведлинбург. Послушать канцлера пришли не только симпатики христианских демократов, но и их ярые оппоненты, активисты партии «Альтернатива для Германии». В толпе их легко узнать по плакатам «Меркель должна уйти» и громкому свисту. Некоторые думают, что проблемы людей в Германии можно решить криками. Я так не считаю и надеюсь, что большинство людей на этой площади такого же мнения. Выпад Меркель альтернативщиков не впечатлил. Они еще не раз прерывали ее выступление. Особенно громко свистели, когда канцлер защищала свое решение принять сотни тысяч беженцев из Сирии. В 2015 году к нам приехало очень много беженцев. Да, понятно, понятно. Я бы хотела поблагодарить мэров, региональных политиков, представителей церквей, всех, кто помог в той чрезвычайной гуманитарной ситуации. Недовольные выкрики и свист вскоре Ангела Меркель может услышать и в Бундестаге. Соцопросы не оставляют сомнений, альтернатива для Германии преодолеет проходной барьер и впервые пройдет в парламент нового созыва. Бундестаг немцы будут выбирать уже меньше, чем через месяц. Голосование состоится 24 сентября. И эти выборы будут не только интересными и напряженными, но и самыми дорогими в современной истории Германии. Из-за подорожания почтовых услуг и расходов на вспомогательный персонал они обойдутся стране в 92 миллиона евро. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».